Бульвар Филадельфийский. Бульвар Филадельфийский. Тоже помотался. Да. Тоже уже начал путаться. Бульвар Филадельфийский. Филадельфийский, да. В городе Турун. Больше. С левой стороны, друзья, у нас лежит город. Вот эта стена идет, городская. Очень древняя стена, 14 век. Да. Вот, с правой стороны у нас река, которая называется... Висла. Как? Висла. Висла. Река Висла. И вот за этой стеной уже находится сам этот город Турон. Вот здесь вот одни из ворот. Есть вход, въезд. Вот еще маленькие ворота, большие ворота, башни. Красиво сейчас тоже вечером, знаешь. Смотри, выше не тучи. Въезд в город идет. И здесь вот кривая башня, где стоит. Шебедом тут. Вот она, кривая эта башня. Все, с левой стороны мост, и там у нас остался наш Филадельфийский бульвар. Да, едем дальше. Университет имени Коперника. Николая Коперника, да. Вообще сам город красивый. Именно это место, город, оно студенческий. Да, да. Здесь 70 тысяч студентов здесь. Да. И учеба начинается с октября, так как у нас на данный момент... С 1 октября. С 1 октября. До конца мая. До конца мая, да. Так как у нас на данный момент август, то студенты сейчас разъехались. По Европе. По Европе, по своим домам, в общем. Скоро соберутся и будет чисто. Студенческие движения здесь проходить. А то, тут студенты живут. Mm-hmm. Академик. Mm-hmm. А сейчас приезжаю из других стран тут жить. Сюда, да? Я тут жил в нем. Это общаги или нет? Ну, это общежитие. Общаги, это общежитие, да? Общежитие. Да, общежитие. Вот. Да, очень даже они там чистые выглядят. Если сравнивать их. Это было за мои времена. С общагой, в которой я живу. Это супер, нет? Да, да, да. В твое время как были общаги? Ну, я тут жил. Коротко, а потом жил в городке. Ага. Тут было лучше, а в городке там бардачок был. Бардачок был, да? Ну, просто за много в комнатах. Ну, в комнате должно быть на максимум две. Два человека. А там бывало два. Или три, uh-huh. И две комнаты, и один туалет, одна, да. Ну, помыться, да? Ну, у нас в одной комнате 2-3 человека тоже было, а туалет и ванная всегда общие. Притом душ, он был вообще, допустим, мы жили на третьем этаже, да. А чтобы помыться, надо было спускаться на первый этаж, в подвал. Ну, так не было, нет, тут не было. Нормально же. Нормально было, да? Как бы... Квартирка. А, как квартира вообще. Да, квартирка. Ну, это нормально. В каждой комнате по двое человека, то 4 людей на одну в WC, туалет.
Ну, это нормально. Ну, так. Кухня была? Кухня была? Или общая кухня была тоже? Общая. Ну, общая в смысле в этой квартирке, правильно? В этой квартирке, маленькая. Да. А, ну, маленькая. Да, да, да. Не, у вас хорошая общага была. Неплохо было. Неплохо, да. На это время. Да, да. Это в какие года ты учился? 70-е. 70-е, да? 76, 7, 78. Эти года. Да, да, да. Но городок я может, покажу, потому что тут будет рядом. Угу. Так большой, но это просто как район города. Угу. Это все студенты. Все студенты, да. Ну, в общем, но чисто. Ну, и дидактические эти все... эти... аули там, ну, где учатся. Угу. Это знаменитая улица Мицкевича, хорошая улица. Вот это, да? Да, ее перестроили, чтобы... потому что большими скоростями ездили, то есть везде сейчас подвели... Положили полицейских лежачих. Да, да, да. Притом таких даже не полицейских лежачих, а такие подъемы сделали. Да, подъемы сделали, чтобы не было этой скорости. Да. Надо осторожно. Там смотреть надо. В каждом перекрестке. Ну да. Так, друзья, пока выключаемся. Мы сейчас уже выезжаем, да? Да, из города. Я постараюсь здесь еще показать этот городок сюда сейчас. Ага, давай. Тут справа мне надо. Это название его Биланы. Биланы. Да, Биланы. Когда увидишь огром этого городка, угу. Какой он огромный. Угу.